Может, пора. Интересная мысль, написанная на заборе, ограничивающем контактовую площадь, на которой я прогуливаюсь 1 декабря 2017 года. На душе спокойно после очищения меня Раулем вчера черным амазонским табаком рапе. Как будто он из меня вытащил страшного демона. А теперь, может, пора делать операцию? Теперь уже не так страшно. Почему-то вообще в душе появилось полное спокойствие, а на улице растаял снег. Видимо, демоны на самом деле существуют. И шаманские способы очищения от них, индейские, с помощью табака, как ни странно, которые в нашей цивилизации используются совершенно бестолку. Не как средство лечения, а как средство скорее самоубийства, медленного самоубийства. Так вот, тут я просто столкнулся с эффектом очищения, которое ощущается до сих пор. Было очень тяжело, мне стало очень плохо, голова закружилась, стала свинцовой, руки, ноги задрожали, как будто из меня вырвали что-то, что было частью моей сущности. Последнее время. Вот. Копаться в дерьме. В дерьме собственной души. Это шаманское дело. Но я не справился. Мне нужна была помощь друга. Помощь моего индийского наставника. В каком-то смысле Рауля. Хотя в чем-то он меня наставил, в чем-то я его. Но вчера он мне реально помог. Еще мне помогла Медина. Прекрасная мулатка. Мне было так плохо, а она обняла меня в этом объятии. Я почувствовал такое блаженство, которого давным-давно уже не ощущал. Хотя потом мне все равно было плохо, меня рвало несколько раз. А потом вдруг стало хорошо. Хорошо, и сейчас до сих пор хорошо и спокойно. В Киеве 1 декабря, осень как будто вернулась в город. Я иду на Андреевский, к дому Булгакова. Наверное, мое любимое место гадать людям. Хока-хей.